Если я говорю, что надо быстро накормить семью, то в голову сразу приходит мысль отварить макароны или спагетти, но иногда с такими продуктами можно и попотеть, сделать довольно праздничное горячее. И я предлагаю вам особенный вариант рецепта, в котором рассказывается о том, как приготовить фаршированные макароны под соусом бешамель. Получается большая порция горячего, к которому не нужен гарнир, может быть, только отдельно подать овощной салат, и еще, выберите ракушки среднего размера, а не маленькие. Список ингредиентов в конце видео. Сделайте фарш, мясо промойте, нарежьте небольшими кусочками, уложите его в блендер. Добавьте к свинине очищенную и нарезанную тыкву и лук. Потом добавьте соль и специи, взбейте ингредиенты в фарш. В конце добавьте яйцо, перемешайте все в единую массу. Подписавшимся, больше вкусностей. Займитесь соусом, молоко доведите до легкого кипения. Отдельно растопите сливочное масло на водяной бане. К маслу всыпьте муку, перемешайте массу до единой массы, не снимая с огня. Осторожно влейте молоко, постоянно мешая соус, добавьте соль и мускатный орех, сделайте так, чтобы не было комочков. Начините ракушки фаршем и уложите их в жаропрочную посуду, полейте их соусом бешамель. Запекайте блюдо при 180 градусах в течение 45 минут, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Нам понадобится: макароны ракушки, пачка 1 штука, репчатый лук 1 штука, яйцо 1 штука, свинина 400 грамм, тыква 300 грамм, сливочное масло 40 грамм, мука 50 грамм, молоко 800 миллилитров, мускатный орех молотый 1 чайная ложка, соль по вкусу, специи по вкусу, количество порций 5-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Заходите на канал снова, котятки.